Не надо по славным планетам мантры читать, там вы просто прославляете Бога и все. Никаким славным планетам мантры не надо читать, от этого ничего не меняется. Просто молитесь Богу и все. Не надо. А вот еще идет же Вадим. Да, когда он придет. Хорошо, когда он придет, просто скажете. Какая тема у него лица, где он написал? Хорошо. Это опять вас пугает. Мантры планетам каким-то еще. Пшеницы читайте мантры. Рожи пшеницы читайте. Вот. Ветру читайте мантры, солнцу. Всему, что увидите, тому мантры читайте. Это же бред. Надо Богу только мантры читать. Молитвы. Жить, даже на искусственном дыхании.